Девочки, здравствуйте! Перед вами вот такие вот 5 наборов. Смотрите, как они хорошо запакованы, каждый в индивидуальной упаковочке. Это вторая часть огромной посылки, которую я получила с сайта GearBest. В первом видео вы видели обзор на лампу. В этой же посылке у меня 5 таких вот шикарных наборов. Сейчас мы вместе с вами их откроем. Я вам покажу, что там внутри. Как видите, отдельно каждый наборчик запакован просто отлично. Помимо этого, эти наборы еще были в огромном пакете вместе с лампой упакованы. Дошло все, в принципе, хорошо. Немножечко только у меня помялась коробочка от лампы. Итак, девчонки, это вот такие вот шикарные наборы от Elite99. Здесь наборы разные. Сейчас я все вместе с вами открою и вам все покажу. Далее, если вам интересно, я буду выкрашивать эти гель-лаки на типсы. Если вам интересно посмотреть цвета, оставайтесь далее со мной. Также в конце видео для вас будет очень приятная новость. Поэтому все, кому интересно, продолжайте смотреть. Я не знаю, каким образом пронумерованы эти наборы, честно говоря, но все они должны быть разные. Заказывала я все разные. Сейчас разрезала коробочку. Жалко. Ладно. Зацепила прям саму коробочку ножницами. И немножечко ее разрезала. Так, еще набор. Сейчас тоже вместе с вами все это посмотрим. Так, вот такой еще один наборчик. И последний сейчас я открою. Боюсь разрезать опять же коробку. Надо делать это аккуратно. Очень порадовала упаковка. Просто здоровская. Так, девчонки, давайте по очереди. Как я уже сказала, их 5 штук. Вот они все перед вами. Все отлично, в принципе, дошли. Немножечко уголочки придавлены, но это ничего страшного. Так, открываю первый. Да, кстати, здесь сзади на обороте есть инструкция на английском языке. И эта инструкция присутствует на каждом наборе. Так, здесь еще есть инструкция внутри, тоже на английском языке. Для тех, кто знает английский язык, это хорошо. Я английский язык знаю плохо, поэтому будем разбираться так. Здесь несколько оттеночков, все приблизительно одного цвета, подобраны, чтобы можно было комбинировать с блесточками и без блесточек. Так, наверное, давайте я сейчас пронумерую каким-нибудь образом эти наборы, чтобы было удобнее их потом распознавать. Так, давайте я здесь вот на внутренних бумажечках на этих подпишу. Пусть это будет набор номер 1. Девочки, видео будет длинное, поэтому наберитесь, пожалуйста, терпения. Каждый лачок сейчас мы с вами нанесем на типс. Затем я все хорошенечко назад упакую. Я уже сейчас подумала, может быть, разделить видео все-таки на несколько частей. Так, что-то у меня здесь, по-моему, колпачочек. Нет, все хорошо. Чтобы не затягивать. Так, буду наносить на прозрачные типсы. Номера, конечно же, на донышке присутствуют. 1409. Так, я приближу сейчас камеру и вернусь. Гель-лаки по 8 мл. Флакончики просыхают в УФ и LED-лампе. Это розовый с мелким-мелким шиммером. Очень красивые блесточки. Отправляю в лампу. Следующий номер 1323. Это беленький. Как я уже сказала, здесь по цветовой гамме подобраны цвета, сочетающиеся. В принципе, одним набором можно хорошо пользоваться. Так, белый плотненький, не полосит. У вас все это видно. Далее следующий 1325. Такой пыльно-розовый. Такой цвет мне очень-очень нравится. Без блесточек, без шиммера. Похож на эмалевый. Очень красивый оттенок. Тоже в лампу. Далее оттеночек 1361. Ой, какой нежный. Прям на суфле похож. Так, девчонки, этот больше похож как камуфлирующий, полупрозрачный. Поэтому нужно будет, скорее всего, в два слоя, если вы не хотите, чтобы просвечивали ноготки. Если хотите, чтобы немножко был просвет, в принципе, можно одним слоем. Так, и последний флакончик. Номер 1408. Еще один оттенок розового, тоже без блесточек. Так, что-то у меня здесь прицепилось. По первому впечатлению, в принципе, гель-лаки довольно неплохие. Средние по густоте. Ну, кистью нужно приноровиться работать, потому как флакончик маленький и кисть немножечко коротковата. Итак, это наш наборчик под номером 1. Покажу поближе сейчас оттенки. Смотрите, какая прелесть. Так, здесь у меня затек получился. Нанесла большой слой, толстый. Так, и еще два. Смотрите, какая прелесть. Нежные, нюдовые оттеночки, не броские. Это первый наборчик. Так, убираю в стороночку. Теперь давайте второй набор. И, наверное, все-таки я разделю видео, чтобы вам было поудобнее смотреть. Следующие наборы будем выкрашивать в другом видео. Так, помечаю этот набор номер 2. И уже, наверное, в следующем видео тогда вам скажу приятную новость. Так что не пропускайте. Давайте продолжать дальше. 1556. Ой, какая прелесть, девчонки. Смотрите. Полупрозрачный. На кисти, конечно, он смотрится очень насыщенным. Но все-таки придется нанести в два, может быть, даже и в три слоя. Как видите, есть полосочки, проплешины я сейчас отправлю в лампу, просушу и нанесу второй слой. Следующий 1477. Этот поплотнее. Смотрите, какой приятный оттенок. Да, в принципе, один слой неплохо лег. Отправляю в лампу. И давайте предыдущий сейчас все-таки нанесем. Видите, он немножечко проплешинами. Не плотный, не эмалевый. Более похож на витражный, конечно, но витражный более прозрачный. Отправляю его в лампу. Так, следующий 1593. Очень красивый оттенок. Смотрите. В лампу. 1410. Чем-то похож на предыдущий, только более плотный и насыщенный такой. Более темненький. Смотрите, какая прелесть. В лампу. И у нас еще осталось два оттеночка. 1530. Ой, какой яркий розовый, девчонки. Смотрите, какая прелесть. Очень хорошо подобраны наборы по цветам, как я уже сказала. Смотрите. Тоже в лампу. И последний оттеночек в этом наборе 1338. Такой сливовый с мелким-мелким шиммером. Этот цвет тоже придется нанести в два, может быть, даже в три слоя, потому как капризный очень, как видите, полосочки появляются, хотя кисть мягкая. Я бы не сказала, что прям она сильно продавливает материал. По всей видимости, такой вот сам по себе гель-лак. Отправляю в лампу. Сейчас просохнет, и я нанесу его еще раз. А пока упакую эти. Так. Так, девчонки, все-таки нанесла я вот этот оттеночек в два слоя. В принципе, другие ничего не наносила нигде. Поэтому, как видите, все перед вами. Мой честный обзор. Этот набор, как оказался, более прозрачный. Поэтому несколько оттеночков более такие капризные. Лучше, конечно, нанести в два слоя. Так, это был наборчик под номером 2. Девчонки, последующие три набора я оставляю для следующего видео. Так что не пропустите его выход. Эти два набора перед вами. Оттеночки, вот они, первого наборчика. И, как я уже вам показала, все оттеночки из второго набора. Смотрите, какие классные. На этом я вам говорю до свидания. Ссылочки на эти наборы гель-лаков будут в описании под видео. Заходите, смотрите, знакомьтесь. Там очень много наборов таких, подобранных по цветовой гамме. Может быть, вам кому-то понравится. Ставьте пальчик вверх. И давайте пока встретимся в следующем видео.